В любом деле надо пахать, трудиться. Я не выпаду уже? Нет. Двоечка, резко, суп. Иногда полезно спортсмену сочкануть. Ну так вообще лет до 50 планируешь или... Да успокойся, Али! Не надо вырезать, закиньте, пожалуйста. Я на характере. Я это хардкор. Ну что, ребят, всем доброе утро. На часах 10:30 для нас страна. И сегодня мы в центре прогресса бокса снимаем двух наших бойцов, Хайбулу и Сослана. С Сосланом сегодня будет большое интервью. Пойдемте пока что пообщаемся с его тренером, который является одним из моих любимых тренеров. С ним всегда есть о чем поговорить, и у него безукоризненное чувство юмора. Похлопаем Сослану. Спасибо, Сослан, что пришел. Ты молодец. Не ожидал, что придешь сегодня. Такой ты сачок. А вот такую майку что нам не подаришь? Хорошо выглядишь. Сегодня каждый прям как никогда, брат. Я вообще не планировал столько делать сегодня. Да я хотел поспать, выспаться, прийти, покушать спокойно. Карахана его ждет. Ну ладно, расскажи на самом деле, что вот тебе предстоит достаточно серьезный все-таки оппонент. Ты его вообще рассматриваешь как серьезного оппонента или типа такое себе? Если вы видите меня в зале, то значит я готовлюсь. Но нам уже Али сказал, тренер твой, что ты в зале, потому что я приехала сегодня, а не потому что тренируешься. Я сегодня. Я только начал заниматься, чего хотите. А как ты собираешься вот успеть подготовиться, скажи? Потому что Али сегодня честно сказал, он говорит, я не знаю, как он выйдет вообще. Я на характере. Значит, в Дубае сейчас все там темки, делишки, вот это вот все, правильно? А-а-а. Хорошее все, с кайфом там, а-а-а, здорово. Тебя там не будет, я буду приезжать контролировать. Нет, тем нету никаких. Да? Нет, ну хорошо. Смотри, а если, когда у нас будут бои в Дубае? Что надо от меня? Ну, а как у тебя это в голове склеснется, то, что у тебя там и темки, и делишки, а теперь еще там и бой? Не будет такого, что к нам на бои ворвутся те, с кем у тебя темки может и делишки? Быть. Да? Да. Так, и как мы что будем делать с этим? Будет шоу. Сутками, понял, и то может не пройти, короче. Там можно там, двоечка, резко, и все. И депортация оттуда встала. Шо, домой. Смотри, среди многих бойцов ты выделяешься еще и тем, что ты очень стильно одеваешься. Расскажи, в чем твой секрет? Кто тебе привил эту моду? Даже нет. Кто тебе привил этот стиль? Потому что, ну, если еще шапку снимешь, будет вообще пушка-бомба, но у тебя плохая укладка. Стиль вот. Я, кстати, каждый раз из Махачкалы лечу, и весь самолет, кроме меня, это моя вот, фишка вот так, весь. Да, чисто по кайф. Расскажи, как ты научился правильно одеваться, и не хочешь ли ты совместно с Джавидом Рзаевым костюмом из Дубая обучить всех бойцов стильно одеваться? Не, у Джавида там, я не знаю, свой какой-то стиль, да, там, не знаю, чуть-чуть так для меня, ну, не знаю, не такой сильный, чуть интересный. У меня свой стиль, я не знаю, у кого-то, у всех разные вкусы, да? Так. У меня свой вкус. Я по-разному люблю, например, одеваться, я люблю классику, люблю там иногда спортивно одеваться. По-разному бывает, поэтому... Смотри, Сослан, но как бы ты не был одет, в чем бы ты не был, это может быть смокинг, спортивный костюм, там, повседневный кэджуал и так далее, у тебя есть одна черта, которая тебя отличает от всех, и про это я тоже хочу спросить. Под лицо обязательно... все к лицу? Нет, да, под лицо, ладно. Под лицо все к коленке в данном случае. Вот это вот что за мода? Вот это вот по коленке, да. Вот как? Почему так? Одна нога должна дышать или это что? Это изюминка, понял. Кислорода в ноге не хватает просто. А почему всегда только одной ноге не хватает кислорода? Не знаю, я там когда одну поднимаю, сразу кто-то отвлекает, вторую не успеваю поднимать, поэтому так. А, то есть это не твоя фишка, это просто то, что не успеваешь? Да. Не, я-то, ну, основное одно я поднимаю, не знаю почему. Ну, привычка как привычка. А где это у тебя родилась эта привычка, расскажи? В Дагестане. А в Дагестане так ходят? Да. Я не видела ни разу. Ну, я так ходил там в Дагестане. И ты запустил эту моду. Там теперь ходят... Я год там уже не была, или чуть меньше. Когда мы смотри, последний раз там... в Дагестане, смотри, шорты не носил, да? Ну, не, ну особо ну, а там не, нельзя не носить шорты, шорты да? Да? Там летом, например, да, не носил там шорты. Там даже я не носила шорты. Все правильно. Поэтому я как-то стыл.
Просто приподнимал штаны одну. Из спортивки, там, да, мог одну поднять, мог там вторую поднять, ну и вот так, да, двигался, и так, оттуда, может, и остался. Ну, смотри, когда мороз, и мы снимаем, да, в огромном павильоне, и холодно. Сейчас также будем двигаться. У тебя, да, все равно, да. У тебя все равно жарко. Ну, это, видишь, приелась привычка, что делать. Слушай, еще такой вопрос. У всех у нас есть эмоции. Все мы испытываем страх, удивление и так далее. Испытываешь ли ты страх перед выходом на бой? Или ты настолько камень, что вообще нет никаких эмоций, и просто вперед и все? Страх только перед Всевышним, все своим. Нет, ну какой-то мандраж у тебя же есть. Мандраж всегда существует, как я сказал. А волнение, переживание, конечно, оно всегда присутствует. Я не знаю, только у тупого, наверное, у быка, наверное, нет такого переживания. Нету, наверное, согласен, этого страха. Согласен, брат, там, у меня тоже всегда, да. Переживания, да. А так я просто, я когда готовлюсь, настраиваюсь, выхожу в ринг, всегда уповаю на Всевышнего, и мне это помогает, и с таким намерением я выхожу в ринг. Слушай, у нас вот, ну, во всяком случае, у крестьян есть такая поговорка: «На Бога надейся, но сам не плашай». Если у вас что-то похожее, то есть ты можешь надеяться на Бога, но не так, что ты сидишь такой, вот если Господь Бог пошлет мне победу, то значит, вы... Нас говорят, ты создавай причину, а результат за Всевышним. Да ты что-то боишься-то? Али, он меня опять не обижает. Али, Али. Хорошо, что в зале всегда есть человек, который может за тебя заступиться. Сослан там может опоздать, что он прогуливает, да, бывает такое. А какие у него, как правило, отмазки? Ну, всегда находится, что сказать. Но я это, конечно, не даю ему борщить. Но если я вижу, что спортсмен, где-то бывает иногда полезно спортсмену сочкануть. Тогда я так, через пальцы на это смотрю. Но если он начинает уже переходить границы, я его просто и обозначаю. Ты или приходишь, или вообще не приходишь в зал. Если, например, утром не пришел, можешь вечером тоже не приходить. Все, закрываю у него двери перед ним. И он уже начинает... Но это бывает уже в крайних моментах. Так он к бою с Кудряшовым, дисциплина была у него на уровне, на хорошем. А сейчас? Сейчас он недавно появился, но в принципе ему... Ну, сборы в Дубае были, да? Были сборы в Дубае, но это тоже, в принципе, через пальцы на это посмотрел, потому что любому спортсмену нужна передышка, потому что после боя с Кудряшовым у него был бой по кулакам. Потом его все время держать в форме очень сложно, ему нужно немного отдыхать. Дать спад. Да. Вот сейчас у него есть месяц для хорошей подготовки, я надеюсь, что... Сегодня посмотрел по кондициям, он достаточно неплохо себя чувствует. Поэтому сейчас осталось вот месяц спарринги, работа над школой бокса, на лапах работа и подводящая работа. Хорошо. Три самые частые отмазки, когда он опаздывает? Там пробка, перекрыли, как обычно. Здесь на самом деле бывают пробки. На Рублевке? На Аминевке. Человек, который хочет прийти в зал, он всегда найдет время, придет пораньше, будет ждать тренировку. Нас имеет, она не сразу будет. Нет. Али, реально, вот взял меня, ударил, у меня рука красная, вот прям нужно ему подзатыльник дать. Да. Сразу Зевса вспоминаешь. Перед каким из боев ты волновался больше всего? Это не обязательно может быть хардкор, может быть какие-то бои по боксу, чтобы ты прям такой, ну, о, я смогу. Ну, смотри, вот для меня бой, например, с Даудом, да, был такой, ну, титульный бой для меня, ну, который для меня, ну, запомнился, да, за последнее время. Да, были... Поединки там чемпионата в России. Это там, был первый бой, когда я болел не за Дауда, но да. О, уже видишь. А мы что закрышились тогда? Это знаешь, после сейчас съемок. Сейчас Дубай-Мали, да? Да. Это было после съемок, когда мы в бильярд, и твои друзья сидели, не могли ничего про тебя рассказать, они просто полчаса угорали. Перед боем с Димой Кудряшовым ты волновался меньше, чем перед боем с Даудом? Не было, потому что меньше волновался, был просто больше... нацелен на победу, да, и вот это такая цель, да, которую я
тоже очень горел, сдал. Просто там просто перчатки и чуть-чуть меньше, да, опасность все равно. Когда кулачки, понимаешь, там чуть больше волнения, все тому подобное. Слушай, насчет боя с Даудом. До сих пор очень многие, вот буквально недавно слышала это обсуждение, за спиной. А где говорили про то, что да, ему просто повезло, типа, попал в настоящий. Как думаешь, если этот бой все-таки когда-то состоится, результат изменится или, как мы это с тобой уже обсуждали много раз, он будет таким же? То же самое же еще раз говорил. Все от Всевышнего. Я не знаю. Я создаю причину, а там все от Всевышнего зависит. Ну хорошо, вот твоя причина, как думаешь, она сильная? Она осталась такой, смотри, же, стала лучше? Чтобы развенчать этот миф как-то, то, что это была случайность. Для кого-то это казалось случайность. Но мы бойцы, мы там, да, разбираем бои, видим ход поединка уже в ринге, да. Я видел, что Дауд был заряжен и хотел зарядить на один удар, и это уже была его ошибка, да? Он уже, это были размахи рук, он уже, когда размахиваешься, хочешь сильно ударить, ты уже открываешься. И я ждал этого момента, пока он пойдет на меня, побежит. Я был готов его встретить или правой, или передней рукой. Так получилось, что и в передней встретил. Вот и закончился бой. Это просто, ну, это же хороший спортсмен, хороший боец, он уже по ходу дела разбирает поединок. Поэтому ничего удивительного. Слушай, а на ЦСКА арене? Многие ребята, в том числе вот Егор Горшков, нам рассказывал про то, что словили такой некий нервоз от того, что многотысячная арена. Когда ты первый раз выступал, 23 февраля это же было, да, у нас в прошлом году, для тебя вот эта многотысячная аудитория, это наоборот поддержка, типа, о, Сослан, братишка, давай, мы в тебя верим, брат, давай. Для меня наоборот, да, мотивирует и наоборот поддержка, интересно, разогревает, да, публика. Но на тебя это не давит, что столько людей там? Да, не давит, наоборот, там, это больше мотивирует. Просто в тот день, когда первый стадионный турнир был в Алстете, да, там, когда, там, присутствовал мой отец, да, там, взрослые, там, старшее поколение мое, да, там, дяди, там. Я помню, что там по 200 билетов было, если я не ошибаюсь. Да, это у меня по 200, там, по 200 купили билеты у меня. И когда старшее поколение присутствует, все равно, ну, за это было переживание, когда на тебя смотрит старшее поколение, там, твой отец. А остальные залы, все, зал, трибуна, наоборот, так, да, мотивирует. Слушай, то есть, ну, при старших, даже если какой-то конфликт, в принципе, нужно сдерживать свои эмоции и не показывать это. Потому что, ну, например, после последнего боя Никулина и Хамзата, там был папа Хамзата. Но, несмотря на это, Хамзат не сдерживал свои эмоции, кидался бутылками и так далее. Чё ты убежал с ринга? Иди сюда. Чё ты убежал с ринга, очкошник? Даете ему проходные бои? Закрой свой рот, какой ты хороший. Ты чё? Чё ты дёргаешься? Чё ты делаешь? Как ты выключишь? Кого ты выключил? Чё-то ты не выключил. Не знаю, это эмоции, наверное, сказались, а так у каждого по-разному, да, и воспитание, и кто-то может поддаться этим чувствам, не знаю, может провоцировали его или что, не знаю, не смог удержаться. Но надо, конечно, контролировать, перед старшими нельзя поддаваться эмоциям. А, кстати, многие видели сторис, где я сейчас ел в кофемании, а Сослану уже не хватало денег, так вот, почему он тогда не ел, а я ела? Когда был чего бой... не хватало? Денег. Ты тогда сказал, что ты не будешь есть, потому что я сейчас все когда съем. Когда ты пол кофемании поел? Да. Кто работал, тот кушает. Кушает. У тебя ничего нет, потому что ты не работал. Да. Короче, мы тогда поспорили. Сослан предложил поспорить на 100 тысяч, но я с братьями близкими не спорю на деньги. Я вообще стараюсь не спорить на деньги, потому что мне просто жал мало. Нет, плаки пальчик никто не отнял. Ты просто жадно себе бабки собираешь, да. Сами тратят на тебя. Что на тебя то хотят, а сама набирают. Ну, я девушка, так должна быть, тем более красивая блондинка, что... Так вот, мы тогда поспорили. Благущее образование, да? Да. Мы тогда поспорили. Сослан сказал, что победит Хамзат, а я сказала, что победит Тимур Никулин. И Сослан предложил поспорить на 100 тысяч, я говорю, не, давай, короче, на ужин в кофемании. Если мы на 100 тысяч поспорили, я поверь мне, Хамзат выиграл бы этот бой. Да, а ты бы его заставил. Никулина случайно колено там посадил, колено сломалось бы там в ринге, что-то осталось. Но наш общий друг Карахан потом меня очень сильно расстроил, потому что он говорит, Свет, а чего поспорили на ужин в кофемании? Нужно было спорить на ужин в Асунта Мадре. В следующий раз я, кстати, буду спорить там. Мне, пожалуйста, не ламаре, кстати, не люблю.
мы первый раз, когда туда пошли, я еще мелкой была, и меня подвели к аквариуму, и говорят, ну, выбирайте. Там лобстер, по-моему, плавали или кто-то. Я не знала, для чего нужно выбрать. И я выбрала, типа, одного. Оказалось, что это для того, что его готовили. А по поводу кухни. Расскажи, что тебе больше всего нравится кушать. Ну, давай уберем там национальный хинкал и так далее. Вот что в Москве? Почему ты постоянно в кофемании? Что тебе там больше всего нравится? Fresh Green, кстати, меня с ним ты познакомил. Что еще? Вкусно было, да? Вкусно, но я его перепила. Это не алкоголь, если что. Да, перебухал, но... Невозможно, человек, просто невозможно. Перепила. Это очень опасно, что он говорит такие вещи, потому что в предыдущем выпуске в Суздале я пила. Ты перебрала, может, там еще? Кого? Fresh Green. Fresh Green без алкогольный же. Вроде бы. Ну вот. Так, что еще тебе там нравится, расскажи. Что еще ты рекомендуешь попробовать всем в кофемании? Вот обязательно. В кофемании есть это моя любимая крабовые котлеты с диким рисом. Так, а жареный рис с морепродуктами там тоже вкусный. Пробовал, нет? Мне не понравилось, мне понравится креветки и рыба. И рыбу там вкусно готовят на жареную рыбу. Да. И все, сумничал, обычно коктейльчики, мартинчики и все так. Что, тебе сейчас цей ресторан же не буду? Нет, давай, Асунта Мадра. Кстати, ресторан, где произошел адский кипиш перца и калмыкова. Сослан в этот момент там просто кушал, не вступился ни за одного, ни за другого. К слову, виду даже не подал, да? Я их не знаю, мне стыдно. Так, давай, вообще к морским гадам. У меня мама их так называет. Морским гадам? У меня мама называет морепродукты морские гады. Как ты относишься? Гадам нормально отношусь. Так, ежики. Кушаешь ежиков? Ежики не особо. Кого любишь? Смотри, я люблю, ну, я могу спагетти с морепродуктами, да. Там, пиццу с морепродуктами поесть, и все. Нет, а прям сырые, там, типа, октопусы, осьминоги на грин. Я не люблю. Нет? Так а смысл тогда в Асунта Мадра ходить, блин, пиццу схавать? Да, я не хожу туда, чё? Я не хожу до химчиста. Окей. Я дома кушаю, чё? Смотри, ты как семьянин, расскажи, какие активности вы с семьёй, вот, ходите ли вы гулять в парк? Или кататься на ледянке? Катаешься на ледянке сам? По льду? Нет, ледянка — это такая штука, на нее садишься и с горки съезжаешь. А, да, катаемся. С ребенком могу покататься, да. А бывает такое, что ты ребенку говоришь, типа, стой, подожди, я сам хочу, один. И один едешь, катаешься или нет? Нет. По мне бывает. Тебя. Я, кстати, на тюбинге в позапрошлом году разложилась вообще конкретно. Ну, это надувная, это ватрушка, которая... Ну, вот я надувной, я купил даже один в прошлом году надувной вот этот шарик там для ребенка, с семьёй, чтобы покататься. Ага. И на горке, и там прудик был, и на пруду там горка, и мы ходили на эту горку катались. Ну, то есть ты не совсем каменный. Ты не боишься, что тебя кто-то заснимет и выставит, типа, о, смотрите, камень со слоносборов катается на... Да никакой я камень, в смысле, кто с чего решит, что я камень? Ну, у тебя такое... Слушай, у меня, знаешь, сколько бойцов подходит и спрашивает насчет тебя, типа, вы такие с ним кореша, вот если я подойду там с ним сфоткаться, он нормально отреагирует? Но просто со стороны люди думают, что ты прям, типа... Это, ну, это действительно так, это правда. Я просто тогда сразу подошла в наглую и сказала, что я сильнее тебя ударила. Сразу подходить, не надо, все это спрашивать. Сразу подходить и дофоткать, что... Алмана общались. Ну вообще, как с тобой можно сразу законтачиться, чтобы вот... Я не буду рассказывать. Ну, законтачиться? Ну вот как... Окей, скажи что-нибудь людям, чтобы перестали тебя бояться. А чё? Почему меня боятся? Ну потому что ты так выглядишь, Сослан. Да, мне я тоже первый раз, боятся, что меня боятся. Боятся там, не знаю, было подраться в ринге, подраться, а подойти как можно бояться человеку? А мало ли ты сразу предложишь подраться в ринге? Да, давай, идём в ринг, да? Да, чё, да. Чё, подошёл, да? Раз хочешь? Сослан, здравствуйте, чё здесь, да, мало ли. Короче, на самом деле не надо бояться. Хороший, добрый, веселый, близкий брат. В общем, меня уговорили попробовать космический, да, это же прям для космонавтов аттракцион. Сослан говорит, правильно, тебе хоть где-то начнет кровь в голове проливать. Вот сейчас дождешься, Али опять тебя треснет за меня. Так. Вот так, правильно? Господи, мне уже страшно, если честно. Мне уже... А если я выпаду?
Я не выпаду уже? Нет, вообще отлично. Я ничего никуда. Так, теперь что? Али! О, Господи, пожалуйста! Чуть подойди, пусть постоит. Куда? Постой. Так, это все план Сослана, если сейчас... Ой! Подожди, живот надо набивать. Подожди, пресс надо набивать. Подожди, давай. Все, можно назад. А, прям лежать? О, я сейчас усну, Али. Нет, классно, что кровь от ног, это я почувствовала, что она прям перелилась. Но... Надо расслабиться, пустить полностью, все тело расслаблять. Но могу сказать одно, медовуха приятнее. Почему именно хардкор? Что тебе здесь нравится? Ну, разумеется, больше всего тебе нравятся съемки эмбеддетов, это мы понимаем. Но вообще, почему хардкор? Есть ли что-то у этой лиги, что отличает ее от остальных? Да. Что? На то время, когда я пришел на хардкор, я увидел рост и процветание этой организации и понял, что этой организации нужен такой боец, как я, чтобы мы могли давать друг другу вот этот рост этой сплоченности, в первую очередь, взаимопонимание, и чтобы мы могли развивать вместе и организовывать такие громкие бои. Я за счет хардкор и за счет хардкор меня мог для меня, и я им организую эти бои, короче. Ты сам, да, организуешь бои? Не, хардкор, смотри. Если вы хардкор организация хочет провести громкий, хороший бой с хорошим боксером, с хорошим оппонентом, у вас же должен быть хороший боец, который сделает это хороший бой, хорошее шоу. Правильно? А у нас такой один боец? Пока я. Пока я не делаю. Капец, ты скромный. Пока я иду и делаю это шоу. Ну, ты один тащишь хардкор, весь хардкор, да, хардкор, до себя? Хардкор, я, это я. Я это хардкор. Да, я, ну, пока, ну... Хайбула. Да нет, у нас, ну, хороших бойцов-то. Ну, камон. Не, хорошие бойцы, вот понятно, да. Я не говорю, что у нас плохие бойцы. У нас все хорошие бойцы, все хорошие ребята. Имеется в виду, делают хорошие громкие бои, но... Мало ребят, правильно? Таких, как ты. Спасибо. От души. Пожалуйста. От души. Просто ребята, лучший. Слушайте, лучший. Газы жить, все нормально. Еще расскажи про свою... Вот я задавала этот вопрос Гате, там намек, кстати, на тебя. Растрачиваешь ли ты деньги, ну, типа, братишкам, близким отпраздновать и так далее, или ты вот все в семью, все в дом откладываешь на будущее и так далее? Вот ты получил деньги, забой, что ты с ними сделал. Я-то знаю, расскажи. Растащите слова, Элса, просто полностью. У меня никак приходят, так и уходят. Ну, смотри, я к деньгам отношусь, знаешь, как-то легко, не знаю. И они у меня есть, я могу там последние отдать, последние там. Ну, нужно будет кому-то там. Вот, и вот так, короче, могу вообще, я там, ну, гонорар там, ага. В течение металла. Ну, цифру не буду назвать, которую там, ну, в течение там 3 месяца, там, 3 недель. 3 недель, около месяца я там ее... Я еще подумал, 3 месяца, думаю, ну норм. 3 недели, не 3 месяца, конечно. 3 недели. А ты не хочешь нанять финансового директора себе? Нет. Блин, я хотел на подработку устроиться. У меня уже Женька финансовым директором стала после этих расточительств. И правильно. Кстати, это абсолютно правильно. Ну, ты тратишь, а я еще бонус на карту прикладываю, понимаешь? Вот, видишь, ты даже там... Да. Собираешь бабки. Да. Еще нет, даже... а у меня с детства нет, вот эта экономность, нет, еще знаешь, что было, когда ты еще в кофемании подъехал на машине. Да. Ой, Сослан, извиняюсь, я что-то парковку не могу оплатить через приложение. Нет, у меня правда Дариша приложение. Коль, подтверди. Качай камеру, скажи, что это правда было. Можно вот это тоже оставить? Не надо вырезать, закиньте, пожалуйста. Я не буду это вырезать, у меня реально зависло приложение, потом я вспомнил, что у меня был включен VPN. В первый день я знаю, ты маняет. А что будем делать, когда, ну, вдруг? Я надеюсь, что это не скоро произойдет, но вот все-таки придет какой-то чувак, который снесет тебе бошку. Что будем делать? Конечно,
В любое время, может быть, я же не говорю, что... Так, и что? И ты в Дубай переедешь, и все? Да, все, завязываю, и дальше иду. Знаешь, то есть, подожди, то есть, когда будет твое первое поражение, ты завяжешь со спортом? Нет. Я уйду. Чтобы вернуться? Чтобы вернуться два раза сильнее, одержать победу. Угу. После этой победы, после поражения будет победа, потом будет все, завязка. Ну так вообще лет до 50 планируешь или... Да успокойся, Али! Неадекватный человек! Али! Нет, этот, знаешь, как раньше тут это... Шаолин. Ты умеешь вот это? Смотри, это легко. Руки вот так скрещиваются. А Марина, тиктокер, что ли, тебе? Нет, это не тиктокер. Что, Сослан, какой совет ты можешь дать всем зрителям хардкора? В чем секрет успешной, счастливой и спортивной жизни? Как нужно вот жить, что нужно делать для того, чтобы быть похожим на тебя? Посмотри, как сказал один человек, в любом деле надо пахать, трудиться. Неважно, это там учеба, тренировка, зал там или не знаю, что угодно тем, чем вы занимаетесь, в этом деле надо пахать, трудиться и делать свои, когда вы добьетесь этого. Поэтому занимайтесь своим делом и трудитесь. Идите к своей цели. Не знаю, на пути много чего можно подсечки ставить. Да, и через все надо проходить и идти к своей цели. И тогда вы этого добьетесь. В момент. И пролетел, который день я не заметил. Наши съемки, вот просто съемки МБД, это целая тренировка. Ты так устал? Да. Мне кажется, это больше тренировка мозга, чтобы вы понимали, что говорить, чем физухи. Нет, и физухи тоже. Ты видел, тоже? Сколько минут я больше не делал? 3 минуты. Я засекала. Это тебе казалось дольше. Я даже на боях сколько не держусь, сколько я больше не делаю. Ой, ну ладно. В прошлом году ты в феврале во втором или в третьем раунде только выиграл. Я там сидела, у меня сердце. На стадионе, разумеется, мы за вас болели и поддерживали. Там дрались все бойцы, которых я люблю и уважаю. Если там другие дрались, ты понимаешь, про кого я говорю. Да. Я бы кричала «Finish him now! Viva USA!» И так далее. Вот а ты. Там... Я в хардкор работаю. У меня сил не хватит. Давай вдвоем попробуем. Не-не, один справлюсь. Уверен? Чтобы вы понимали, эти ворота весят 2 тонны. Ну, в смысле, 2 кг. 2,5. Там оставайся, дружище. Смотри, давай устроим конкурс для наших новых, для моих новых подписчиков. Какой конкурс, чтобы подарить твой мерч, мы можем провести? Вот какой комментарий они должны написать? Давай, кем они видят меня в дальнейшем, мою профессию или... После боев. Кем бы они хотели меня видеть после боев, да, давай так. И за самый оригинальный... За самый оригинальный комментарий я подарю им свою футболку и своим личным мерчем. С кайфом. Ну что, ребят, мы пойдем купаться в Москву, реку или пруд, да, ты говоришь, что рядом. Мы пойдем искупаемся в пруд, ты до новых встреч. Ты искупайся, я догоню тебя. Да? Да? Ну ладно, давай, жду. Все, болели силы, блин, вчера. Не все, у тебя было 2 эти, да, я вот съела одну. Да вот, болели, не осталось, все, варенье, силы вчера. Вот мы постоянно ругаемся, постоянно. Все, выдохни. Я говорю, малиновый, да? Я тебе, хочешь домашнее варенье, я тебе, ну я не сварю, разумеется, я могу заказать домашнее варенье. Спасибо.